Забыла, как кататься. Катя хотела глинтвейн. Но мы их потеряли, найти не можем. Не умею кататься. Я во флешикера разгоняю. Делаем съемку в кино. Она увидела то, что мы начали фоткаться, и просто вышла. Едем до ДФФ. Всем good morning. Я только проснулась. Вчера заснула с макияжем на лице. И смывать мне его неохота, буду честна. Поэтому сегодняшний день я начала не с умывания своего лица, а с того, что я очень сильно хочу есть. И буду есть вот такую тарелу с овощами, яйцами и сыром. И пить кофе. Я не знаю, мне какой-то... Я позавчера ходила на тусовку. Очень сильно потусила активно, да? И до сих пор, если честно, отхожу как будто бы от нее. Но мне нужно собраться сегодня, поделать дела, сделать стрим. Потом пойдем с девчонками на каток. А вообще я вам не сказала то, что это видео 3 дня из моей жизни опять влог. Что-то меня вайбит. Жизнь активная, жизнь кипит. Надо снимать и делиться с вами. Не забудьте поставить лайк заранее какой-то, да, моментик. И подписаться на канал. То, что очень хочется роста канала, а канал растет неактивно очень. Поэтому, кто смотрит без подписки, давайте как-то, да, оформим моментик по-честному. Все. Буду есть, сейчас сидеть и собираться на одно. Мне так неохота, честно. Вот у меня максимально сонное, ленивое состояние. Уже вечер, Котя в шубе, в джинсах, с таким видом миленьким едет на каток с ребятами. Скорее всего, увидимся уже на катке, поэтому давайте до встречи. Мы доехали до катка, переобулись, как вы можете видеть. Макс, поздоровайся с Фудологом. Сейчас идем кататься. Ой, громко. На самом деле мы еще ждем девчонок, они сильно опаздывают. Надеюсь, что их пустят все-таки взлетать. Я каталась год назад, но мне кажется, что я умею кататься на самом деле. Как-то остается только надеяться на это и все. Макс вообще затирает, что фигурным катанием занимается просто на... Мы уже именно нахвастались, как мы круто катаемся. Друг другу мы ни разу друг с другом не катались, мы говорим, мы умеем очень круто кататься. А именно мы будем, блин, пойдем. Чуть забыла, как кататься. Коньки просто непрофессиональные, поэтому не так круто, как могли. Ты вчера видел ролик, как девушка фигурная, ну как... Как фигуристка она, прям профессиональная. И она на вот таких коньках за типа 5-8 тысяч не смогла ни один прием сделать. А на коньках за 150 тысяч сделала все. Вот у нас тоже в этом проблема. На самом деле мы в целом умеем очень хорошо и абсолютно все приемы можем сделать. Проблема коньков. Еще и парня найдем. О, какая красотища. Мы сейчас ждем девчонок, но хочется что-то горячее. Хабно опаздывают. Да, девочки опоздали. Сейчас будем пробовать покупать какие-то напитки. А ну здесь никто с напитками не ездит. Может попить 5 минуток? И прийти. Я подмерз вас чуть-чуть. Хочу глинтвейн. Глинтвейна нет. Майкл Корс. Короче, я буду чай, видимо. Нет никакого глинтвейна. Ждем вот так. А можно чай облепиха с апельсином? Маленький, большой? Это какой? Мы напились чая, и мне сразу стало теплее и комфортнее. А Катя хотела глинтвейн. Ну, глинтвейна просто не было. Был. И это... Рождественский напиток. Он безалкогольный был. Ну, короче, поэтому все к лучшему. Да, знаешь, что не нужно, потому что я себя и так чувствую отлично. Приехали ребята с девчонками, но мы их потеряли, найти не можем на катке, хотя каток коробка, типа. Здороваться не хотим! Красотка! Ой. А вторая красотка уехала опять. Вы чего все разъезжаетесь-то? Именно, я не знаю. Боюсь ездить. Я не умею кататься. Тут на самом деле очень много людей, все равно ощущается какая-то такая немного паническое состояние из-за количества людей. Кажется, что кто-то в тебя доврежется, так или иначе. Тут еще на самом деле несколько прям вот говно пьяных мужиков, которые падают. Один из них вроде напротив тебя стоит. Мы уже, кстати, покатались 10 минут, и все уже говорят, все уже наснимали, нафоткались, можно уезжать. Спустя еще 15 минут. Мы покатались, уже переоделись, все ребята пошли с драники, а я взяла кукурузу. Потому что все-таки драники Котя не кушает. Иду обратно, да, ребят, очень холодно и ветрено. Мы поехали в Invasion, приехали раньше ребят. Очень холодно. Очень замерзли, смотрим меню, сейчас будем опять, ну я сейчас буду опять есть, а Макс не опять, просто будет есть. И ждем ребят.
Ой. Давай плотная карточка, чё там? Идёт. Чтобы вы понимали, все именно играют в игрушки какие-то, да, профессионального характера. Я во флеш-игры разгоняю жестко этот. Фрут-ниндзя. Моя развлекуха. Мы сидим и просто разгоняем какие-то звуки и смеемся. Аня сидит и ест вот так. Берет, вот так делает. What the fuck? What the fuck? И уехал. Это твоя была картошка? Богдан. Прости. Мисс Кэсси в абсолютной загадочности едет домой. Всем доброе утро, это утречко. Я проснулась и начала его с чистки зубов. Ну, очевидно, я чищу зубы. Угу. Далее по расписанию макияж, консилер Essence я точно наношу и растушевываю. Наношу кушон Зессе, далее Кика пудру у нас идет на все лицо. Палетка контуринга Vivienne Sabon наносится на скулки у нас. Далее по расписанию пудра Кика на лицемерное такое личико. Не забываем про бровки с гелем Artvisage. Карандашом Vivienne Sabon 101 мы подводим губки. И далее Dior Maximizer опять мажем губки. Все, не успели ничего. Какой-то уже лайтмейк готов. Сегодня по расписанию у меня съемочка в кинотеатре будет. Будет меня фоткать моя подружка Маша. Вообще, должен был быть визажист девчонка. Одна очень прикольная, с которой я уже работала. Но у нас тайминг не совпал, к сожалению. Поэтому сегодня Котя красит себя самостоятельно. Умею ли я красить смоки айс? Нет. Буду ли я это делать? Походу, да. На самом деле, мне кажется, что я немного приболела, потому что у меня такое чуть... Какая-то хрипота в голоске имеется. И в целом вот какое-то такое состояние чуть овощное, плюс забитый нос. Ну, короче, не знаю. А сейчас я уже поеду, собственно говоря, к Машке, потому что мы будем собираться у нее. Тут не очень заметно, но я на самом деле подкрутила волосы. Еду вот с такими миниатюрными пакетами. Наверное, когда-то моя эра пакетов закончится, и я буду работать на съемках со стилистами всегда. Я уже устала, мне не охота никуда ехать, все, мне надоело. Мы забежали с Машей в серф. Будет очень приятно, я сейчас буду есть салат и пить кофе, потому что я ничего не успела утром. А нет, не успела. А не помню, я завтракала или нет? Как будто только по видео если посмотреть и понять. Мне кажется, нет. Оцените мейк такого характера. Сейчас вам выйду в другое зеркало, покажу образ. Образ вот такой. Ну, тут будет вот так и вот так. Мнение. Уже началось. Да, мы же делаем съемку в кино. Купили в художественный кинотеатр билеты. Фильм уже начался как будто полчаса назад. Мы только еще сейчас поедем туда. Слишком долго красились с Машкой. Есть момент? Мы доехали с Машей до кинотеатра. Фильм заканчивается через 20 минут, чтобы вы понимали. Мы надеемся, что нас спустят. И мы 20 минут посмотрим фильм, потом пофоткаемся. Ну а че? Вас сейчас спрашивают, вы в кино или на мероприятии? Мы говорим, в кино. Ну, эстетическая красота просто. А мы, кстати, идем на фильм, я не знаю какой. Мы даже не посмотрели на какой фильм, да? Посмотрели, но забыли. Да? Ну, короче, я вам напишу, на какой фильм мы идем. И будут потом оценки, более того. Как на последние 20 минут фильма. Мы смотрели фильм. Мы ничего не поняли. Именно, вот послушайте трек. Вот так было весь фильм. Фильм полный пиздец. По-другому это никак не сказать. Он то ли артхаусный, то ли что мы сами не поняли. Весь фильм был, ну, прям очень странный. Он был именно максимально непонятный. Поставь оценку какую-то. Макака родила Исака. Исака родил Иока. Это просто пелось весь, ну, абсолютно весь фильм. Остаток фильма с нами сидела одна девушка, но она увидела то, что мы начали фоткаться, и просто вышла. Думаю, ей неинтересно было абсолютно. Она, тем более, до этого целый час смотрела этот фильм. Поэтому вот такой момент. И мы еще остались одни, фоткались, получили классные снимки. Оценка фильму 1 из 10. Но если вы хотите на артхаус сходить, не понять, где чел с отрезанной головой разговаривает, и ему потом и приклеивают клеем, можете сходить в целом. После фильма мы пошли в спортзал. Я вправе жую батончики протеиновые. Мы с Машкой едим. Вообще, мы хотели с Машей пойти на разные тренировки, но я опоздала на свою, поэтому меня вроде как записали на эту тренировку. Я уже отзанималась, переоделась. Кстати, я пошла на растяжку, потому что не успела на ups and butt, как говорится, да, на тренировочку. Меня пустили ребята из ребута на растяжку. Сейчас я уже пойду домой, потому что сегодня каких-то много дел уже было. И давайте уже тогда до завтра, что?
Всем good morning, это третий день влог, который я начала с психолога, потом я пошла в салон на маникюр и педикюр. С момента маникюра пошел весь день, в целом я абсолютно ничего не делала. Ехала до Маши, мы встретились, сейчас едем до ДФФ, там будет сегодня выступать Настя, поэтому давайте встретимся уже там. Я именно приехала и вижу Максима, который вышел из машины с Хлоей. Привет, давайте с влогом быстренько у нас. Привет! Ну, в какой-то момент, где выйти на улицу, Тём мне говорит, вот так выйдем. Мы идем просто через рабочий вход. Что? Тёма, what the fuck? Проснулась к осени с таким свежим лицом, поэтому давайте просто посмотрим на такую картинку. Всем спасибо, то, что посмотрели это видео. Ребят, я вас очень люблю. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и на все социальные сети. Давайте до следующего влога.